когда в Москве недалеко от Красной площади убили на глазах у всего мира, считайте, Бориса Немцова, многие в Украине, и я в том числе, восприняли это как утрату родного человека. Вам жаль Немцова? Нет. Я замер. Нет, не жаль. Почему? Ну, потому что я, в отличие от вас, глубоких романтиков, представлял себе и имел всякие... Ну, во-первых, я вообще не жалостлив, да? Ты можешь себе представить меня, роняющего над кем-нибудь... Нет. Или над чем-нибудь слезу, нет, кроме там серии «Пиратов Карибского моря»? Трудно. Нет, я тебе могу сказать, что на самом деле он принадлежал... Это был очень милый, симпатичный человек, мы с ним были в прекрасных отношениях. Но он в свое время продемонстрировал, скажем так, те же патологические черты, которые вообще демонстрирует любой человек, добравшийся до власти в России. Зря вы думаете, что он был таким же близким и большим другом Украины.